Сегодня мы с вами приготовим вкусное хрустящее миндальное печенье всего лишь из двух ингредиентов. В миске соединяем миндальную муку и кленовый сироп. Все очень просто и легко. Замешиваем тесто ложкой либо лопаткой. Тесто получается довольно липкое. Перекладываем на пищевую пленку, заворачиваем и отправляем в холодильник минимум на 30 минут. Далее тесто раскатываем между двумя пергаментными листами толщиной примерно 2-3 мм. Специальной вырубкой вырезаем звездочки. Остатки теста тоже собираем в один комок и тоже готовим из них печенье, пока тесто не закончится. Отправляем в духовку. Они пекутся довольно быстро, 15-20 минут. Теперь мы растапливаем шоколад в микроволновке. У меня это темный шоколад. Макаем половинки звездочек. По желанию посыпаем некоторые из них бусинками. Печеньки готовы. Они получаются очень хрустящими, не очень сладкими, так как сироп не очень сладкий сам по себе. И довольно вкусными. Надеюсь, рецепт вам понравился. Готовьте с любовью!